Всем привет! Вы на канале «Моя семья». Сегодня у нас 12 июля, и я сегодня именинница. Очень приятно с самого утра принимать поздравления. Самый первый меня поздравил папа в 6 минут первого. Родилась я, как мама говорит, где-то в половине пятого утра. Вот. Все поздравили, и мама, и папа, и бабушка звонила, и муж меня поздравил. Я дождалась, он мне обещал очень давно, как Соня родилась, купить сережки. Вот дождалась. Лёша вместе с мамой его, с Надеждой Ивановной и Анатолием Васильевичем подарили мне сережки золотые. Может быть, некрасиво хвастаться, но мне приятно. Я хочу на камеру сказать спасибо и Лёше, и Надежде Ивановне, и Анатолию Васильевичу за подарок. Хочу спасибо отдельное сказать Олечке. Оля, ты знаешь, о ком я говорю. Это моя подруга, которая работает на центральном рынке. Мы с ней знакомы уже очень много лет. Вместе ходили в автошколу заниматься. И неожиданно для меня Лёша приехал с рынка, он там был по делам. Купил у Олечки удобрение для клубники. Сегодня будем клубнику удобрять. И она мне передала подарок. Честно, неожиданно, приятно очень. Такой косметический набор. Здесь шампунь, крем-гель для душа. Шампунька у нас с ламинарией, а крем-гель для душа макадамия какая-то. Я такое даже не знаю, что это такое. Вот такой наборчик, обязательно попробую. И цветы красивые, похожи на розы, но не розы. Муж подарил мне розы, а Оля подарила такие похожие на розы цветы, очень нежные и красивые. Спасибо, Олечка, очень приятно. Потом очень много в телефоне, мне с утра телефон даже посадили уже. Столько много всяких сообщений поприходило. Значит, сейчас быстро так расскажу, кто поздравлял. Значит, прислала сообщение Света с работы. Такие красивые слова. Самых ясных солнечных дней, доброты, красоты, обаяния. Рядом только любимых людей, нежных слов, теплоты и внимания. В жизни пусть лишь хорошее ждет, дарит радость любое мгновение. Много счастья пускай принесет и исполнит мечты день рождения. Игорь Беньковский, это мой одноклассник. Игорь, тебе привет. Тоже поздравил с днем рождения. Всего самого-самого наилучшего пожелал. Кума звонила, Яна поздравляла. Андрей, муж Светы, подарок прислал. Вот кто сейчас, сразу пишу. Елена Любченко с работы поздравила. Анна Буровцова. Ольга Щетина. Ирина. Анашкина Таня. В общем, куча людей. Анжелика Прозорова, да, Елена Пилипенко поздравила. В общем, это все мои друзья с одноклассников. Очень много сообщений. И в Вайбере у меня есть группа друзей, с которыми мы учились в институте. Вместе в одном общежитии жили, это тройка. Очень много здесь мне тут поздравлений поприсылали. И Дима Сулима, и Илья, и Андрей Поперека, и Женя Паска, и Саша Иваньков, Вася Василевский. В общем, тут куча. Славутский, Калюжный привет, Танюша Анашкина. В общем, много-много поздравлений, спасибо вам большое, очень приятно. Что-то я еще хотела сказать. А, там Соня, я слышала, утром уходила в садик, папе там шептала, что Соня будет делать мне какую-то открытку в садике, рисовать. Когда она ее сделает, я обязательно сниму, покажу. Вот мои цветочки, которые мне подарили. Красота. Это не розы, но очень напоминают розы. Необычные цветы. Тут это Оля подарила, красивые. Лёша подарил такие алые розы красивые. И папа вот такие длиннючие.
темно-красные, бордовые. А на камере они вообще какими-то черными кажутся. Но они темно-бордовые такие, красивые. Представляете, родители мои, не договариваясь с Лешей, подарили мне тоже сережки. Это я так сильно хотела сережки, что мне и муж с его родителями, и мои родители подарили сережки. Мне теперь две пары сережек. Я такая довольная, такие красивые тоже. Красивенькие. Красивенькие, да? Да. А неси, покажи, какую ты мне открытку сделала. Иди. Давай. Ага. Вот, Сонечка взяла вот такую красивую разукрашку. И что ты тут разукрасила? Вот это, вот да? Вот это тебе. Это кто нарисован? Это ты. Это я нарисована. Такая красивая я. Вот это на все-все. Представляете, каждую вот эту штучку разукрасила. Целый день разукрашивала, да, Соня? Угу. Старалась. Весь день в садике. Видите, все такими блестящими. Класс. Единственное, Соня, тут нужно написать «С днем рождения, мама», да? Угу. Чтобы мы помнили, что это ты нарисовала на мой день рождения. Подпишем, да, потом? Угу. Спасибо, моя девочка. Спасибо, моя хорошая. Спасибо. Хочу показать, какой я себе подарок купила к дню рождения. Пудру Max Factor. Заказывала на сайте Makeup. Хороший сайт. У них получается заказ минимальный 150 гривен. Доставка 10 гривен через новую почту. Представляете? Таких доставок вообще нигде нет. А если заказ выше 400 гривен, то доставка абсолютно бесплатная. Так, вот смотрите, какая пудра. Сейчас покажу. Вот. Очень классно ложится, ее практически не видно на лице. И тут очень много. Она без зеркала, но мне, в принципе, это не проблема для меня. У меня есть много отдельных зеркал. Здесь зато 21 грамм. Таких пудр не встретишь. Если, например, в том же Oriflame вы там будете плеваться, сказать, фу, Oriflame. Но мне очень нравится вот эта пудра Oriflame-овская. Мне она очень подходит. Мат Вельвет Пауэр. Здесь у нас 8 грамм всего лишь. А цена 90 гривен, по-моему. А это стоит 178 гривен. Но тут 20, как я сказала уже, 21 грамм. То есть класс. Ну, мочалка тут такая примитивная. Опять же, у меня есть вот такая мочалочка, которые можно наносить как тональный крем. Вот такая вот она, как прорезиненный спонжик. Тональный крем можно наносить и точно так же пудру. Либо с Oriflame мочалочка, там мочалочка хорошая, я использую ее. Дальше показываю вот этот шампунь. Бессульфатный, я сказала бесфосфатный, то порошки бесфосфатные. Бессульфатный шампунь Profi Style. Зволоживающий. Попробовала взять 250 мл. Отзывы хорошие. Для сухого волосся. У меня концы очень сухие. Сказали, что он не очень хорошо мылится, учитывая, что пенится, учитывая, что он бессульфатный. Вот, я еще не пробовала. Сегодня хочу попробовать, скажу. Значит, тут состав. Что тут пишут? Состав? Увлажняющий комплекс с соком алоэ вера, пантенолом, протеинами пшеницы, интенсивно питает и увлажняет кожу головы и волос. Состав тут на английском языке. Ну, не знаю, надо хотя бы раз 5-6 помыть, чтобы понять, результат есть какой-то, разница или нет. Следующая покупка на этом же сайте Makeup. Это вот такая помада фирмы Кома. Но моя или спешка, или невнимательность, или не знаю что. В общем, на картинке был нарисован цвет помады, который мне нравился. Я подумала, что это уже тот тон, который мне нужен. А оказывается, нужно было еще там отдельная есть строка, где нужно выбирать тон.
А по умолчанию там стоял тон самый первый, 10-й, по-моему. Да, вот 10-й. И цвет помады, ну, совсем не то, что мне надо. Вот, смотрите, какая она. Бежевая бледная помада. Это для каких-то смуглых брюнеток однозначно, с большими губами. Вот, им пойдут такой цвет. Так что, если вдруг кто-то заинтересуется, пишите в комментариях, с удовольствием продам эту помаду. Стоит она 94 гривны. Пахнет хорошо. Я немножко пробовала на руку. Такая она увлажняющая, хорошая помада. Но цвет, ну, в общем, моя ошибка, моя вина. Невнимательная я была. И самый главный подарок для меня любимой — это вот мои любимые духи Versace Yellow Diamond. Это тестер. Значит, здесь у нас 90 миллилитров. Очень выгодно покупать такие. То есть тестер — это аналоговые духи, то есть туалетная вода, только без крышки. И обычная картонная упаковка. Производитель такие духи использует, выпускает для того, чтобы в магазине вы могли подойти, понюхать или набрызгать на вот эту вот полосочку. Как правильно она называется, я не знаю. Ну, то есть на эту полосочку брызгаешь и потом нюхаешь. Какой запах, аромат. Вот, поэтому производитель не тратится на крышки и не тратится на упаковку. А так, запах и все остальное соответствует оригиналу. У меня вот, я сейчас покажу вам, есть вот они же, только маленькая упаковочка. Здесь сколько здесь грамм? 50 миллилитров. Вот эта крышка, которая, кстати, шикарно подходит на эти духи. Так что те закончатся, крышку одел и все. Не в крышке счастья. Запах стойкий, держится, то есть он такой же самый, ничем не отличается, держится точно так же, претензий никаких нет. Значит, что еще? Единственная разница здесь, кто соображает в этом, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что я в этом не сильна. Значит, тут отличается только вот написано 3.0 US. А здесь написано 1,7 US. Что это? Это концентрация, наверное, самого вот этого аромата относительно жидкости, я так понимаю. То есть концентрация, есть духи, есть парфюмированная вода, есть туалетная вода. Вот, наверное, вот этим они отличаются. Она более здесь разбавленная, я так думаю. Ну, мне нравится, он все равно стойкий, как по мне. И цена. Значит, сейчас в просторе 30 миллилитров вот таких духов стоит 999 гривен. Парфюмированная вода, но она концентрированная, парфюмированная, стоит 1000 гривен, получается. А вот это 90 миллилитров стоит 700 гривен. Ну, вот как-то так. Я сильно ее хотела, я купила, не жалею. На этом же сайте Makeup. Итак, Леша закончил делать камеру. Сейчас идет испытательное видео, как будет записываться звук. Еще не сказала, кто еще меня поздравил. Хочу в одноклассниках вам рассказать. Значит, поздравила Юля Запорощенко. Это девичья Юля Воймина, это мы с ней учились в школе, моя одноклассница. Потом Елена Гаврилова Барзаковская, Люба Гриценская. Спасибо, девочки, большое, очень приятно. Моя сестричка Катя. Катя, привет. Таня, которая делала мне массаж, очень приятно, поздравила тоже. Я вот сейчас только открываю, читаю. И не обижайтесь, если кого-то не назвала, потому что очень много поздравлений. Спасибо большое. Так. Конечно, вообще делать, когда все это поздравляют.
Ну да, ну просто всех перечислять, ты представляешь, какое видео будет. Всем спасибо, всем. Ну я же говорю, общее всем спасибо, да. Если вдруг кого-то пропустила, не обижайтесь. Все сообщения прочитаю, на все отвечу обязательно. Сейчас едем на дачу заниматься огородними делами, а вечером приеду, смонтирую это видео, выложу его сегодня, хочу это сделать, чтобы вы все услышали мое спасибо. Подарков куча. Света Богданова поздравила, это тоже моя сестричка. Андрей Гунько, Катя Власенко, Ольга Рогошкина, Любовь Алексенко поздравила, Саша Мастер, Ира Ляшенко, Таня, моя соседка. Спасибо большое, девочки, очень приятно. Если бы не было, наверное, одноклассников, никто бы и не знал, у кого когда день рождения. А вот этот сайт помогает не забывать, радовать своих близких и друзей. Спасибо сайту «Одноклассники». Там и ВКонтакте мне кто-то писал тоже. Ой, приятно. Все, всех обнимаю, всех целую. Спасибо большое, что вы смотрите наши видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите свои отзывы, пожелания. И всего всем хорошего. Пока-пока.